любая атака, которая идет, должна завершиться выходом и продолжением. Да? Считаем движение. Я сделал атаку. Допустим. Да. Теперь я должен попасть. Я делаю любую обманку. Допустим. Да? Раз, два. Подаю первый. Делаю самое там элементарное. Да? Гоу! Выход. Продолжение. Раз. Коронка. Два. Я работаю вторым. Всю шапил. Я сделал. Раз. О, выход. Продолжение. Да? Я работаю встречный. Я думаю об одном. Мне нужно продолжить и попасть. Я встречаю. Раз. И продолжение. Я думаю о том, что главное не попасть. Вторую атаку. Не первую.